так я отвезу. Подожди. Я снимаю уже. Вот. Чтобы было видно это очень хорошо. Видите, какая страшная надпись. Оставлен на произвол судьбы в трагические дни 42-го года. Простите нас. Вот кто подумал эту надпись, додумался сделать, это добрый человек. Потому что это повторяется сегодня. 25 миллионов сограждан перед перестройкой забыли совершенно. В Прибалтике, других республиках никакой заботы о них нет. И все это плоды безбожия, а коммунисты рвутся к власти. Это все коммунистическое, это же не другое какое-то, не христианское. Так, сфотографирую здесь. За Севастополь. Погибших в боях, значит. Видите, люди заботятся, тут разные стопки. Ну, они как понимают, так и понимают. А тут какие-то патрончики старые лежат. Вон в чем дело. Видите, я даже не видел это дело. Видимо, от снарядов. Как они бедно оставались, покинутые, молодняк. Ну, покинутые. Простите нас, оставлены на произвол судьбы. То есть отступили, приказа никакого не было. Сражались за смерть, а дальше что? Лагеря, смерть, Освенцим. А если в плену был, значит, предатели по-сталински. Никогда в мировой истории не было, что пленный считался предателем. И чтобы из-за Освенцима его сразу в ГУЛАГ отправляли. Мировая история не знает такого. В первые же месяцы войны 4,5 миллиона пленных, это все предатели. Даже говорить об этом нельзя без слез. Фотографирую, ладно.